Доброе утро! С вами Сергей Морозов, главный тренер сборной по производственной гимнастике. Мы в финансовой службе «Лон МАДИ», дилерского центра по продажам и обслуживанию строительной техники. Как бодрость духа? Отлично. Какие мышцы больше всего устают? В процессе работы за компьютером затекает поясничная область, плечи устают. Как вы думаете, для чего нужна производственная гимнастика? Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. У очаровательных сотрудниц финансовой службы устают мышцы шеи и поясницы, поэтому специально для них мы проведем производственную гимнастику. Мы начинаем с упражнения номер один, это улыбка. Берем наш аппарат, папочку, начинаем с шеи, раз и два, и раз и два. Лево, стоп, право. И лево, стоп, право. Теперь поднимаем плечевой пояс наверх, к ушам. Раз и два с папочкой. Три и четыре. Не забываем про упражнение номер один. Выдох. И раз и два. Отлично. Теперь на поясницу. И раз и два. И три и четыре. Поясницу. И прогнули. Спокойно, потихоньку, не спеша. Следующее упражнение на бицепсы. И раз и два. И три. Четыре. И раз, и два, и три. Отлично. Теперь вверх за голову. Трицепс от себя вниз. Плечо вверх за голову. И раз, и два, и три, четыре. Держим папочку перед собой. И делаем поворот направо. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. И следующее упражнение на суставы. Держим. И начинаем крутить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И давай чаще. Раз, два. Больше закручивай спинку. Прямо держим. Заканчиваем наше упражнение. Спасибо всем большое. И делайте вместе с нами производственную гимнастику. Продлить жизнь суставам помогут таблетки и порошок Дона. Длительный прием от 6 недель позволит уменьшить боль в суставах и облегчить движение. Таблетки и порошок Дона сделаны в Европе. Всем прекрасного дня и радостного настроения. И помните, в здоровом теле здоровый дух.